Всем привет! Приехал отличный прицеп из Англии. Компас Rally GTE 490 модель. Вот такой вот прицеп. Максимальная масса тона 270. Цена 377 тысяч рублей. Год выпуска 1999. Окошки целые, без повреждений. Сейчас обойдем весь, сразу покажу. Бардачок. В бардачке по стандарту идет газовый баллон, два штатных места, запаска, ключ разводной, для домкратных клап, точнее. Вот. Идем дальше. Как я говорю, упаковку покажу, все целые, без повреждений. Здесь у нас рундук под кровать. Можно что-нибудь плоское большое запихнуть туда. Здесь у нас туалет кассетный. Кассета на 15 литров. Окошки. Все целое. Идем дальше. Вид сзади у него выглядит неплохо. Для 99-го года, я считаю, вообще отлично. Заходим внутрь. Внутри нас справа встречает стол с диваном. Стол собирается, эта ножка скручивается и превращается все дело в кровать. Плюс второй ярус детский до 70 килограмм позволяет положить человека, ребенка. Так, здесь у нас полочки пустые, все целое, не переделанное. Не течет ничего. Такой олдскульный светильник. Здесь у нас газовая плита на 4 конфорки. Гриль. Духовой шкаф. Место для кастрюль и сковородок. Сушилка для посуды. Дальше у нас идет раковина кухонная. В кухонной раковине лежит помпа, насос. Также идет вам в комплекте. Горячая вода, конечно же, есть в этом прицепе. Бойлер газовый, электрический. Дальше идет у нас огромные два дивана, которые собираются в такую же огромную кровать. Данный ящик используется как столик. И в случае, если он вам мешает при снах, вы можете его снять и положить вниз на дно, на пол. Он съемный. Вот, кровать собирается таким образом. Эти боковые подушки кладутся посередине, и у нас образовывается отличная, удобная кровать. Сейчас ее обратно соберем. Вот. Тоже олдскульный такой часики. Подсветильник еще один. Уже ящики все сухие, все целое. Это пульт управления. Нагрев воды. Дальше идет у нас отопление. Отопление с раздувом. Вентилятор гоняет воздух по всему прицепу, который распределяется с помощью вот таких вот отверстий. Раз, два. В других местах тоже есть. Позже могу показать. Пойдем сейчас в туалете. Тоже такое же будет отверстие. Вот, смотрите, здесь у нас туалет кассетный, офигенный, раковина, и краник используется как и душ, так и раковина. Окошко открывается, уже все сухое, отличное, без нареканий. Да, душевой поддон еще покажу, он у нас целый.
отлично. Идем дальше. У нас здесь что еще есть? Лючки. Раз и два. Тоже не текут. Все герметично. Забыл еще холодильник показать. Вот, холодильник с небольшой морозильной камерой. Чистый, сухой, без резких запахов. Хороший. Ничего менять не нужно. Все работает, все оборудование проверяем, демонстрируем. Прицеп с ПТС. Растаможен, соответственно. Вам остается его только приехать, осмотреть, купить. И наслаждаться отдыхом в данном прицепе. Повторяюсь, прицеп находится в Янина 1, в Санкт-Петербурге. Шоссейная 50А. Янина 1, шоссейная 50А. Прицеп 377 тысяч рублей, 99-й год выпуска. Всем спасибо, ждем вас.